большой и пламенный привет! Как вы думаете, без чего практически ни одна женщина не выходит из дома? Без подчеркнутых тушью ресниц. Все это мы делаем для того, чтобы придать выразительность и кокетливость взгляду. Ведь всем нам хочется достаточно густых, слегка подкрученных ресниц. Ну а если наши ресницы ухожены, то практически любая тушь с легкостью усилит этот эффект объема и длины в несколько раз. И это, кстати, наш сильный козырь для уверенности в себе. Мой стандартный уход за ресницами был достаточно прост, и я видела от него результат. Но когда начался бум всевозможных средств для роста ресниц, поняла, что могу составить эффективно работающую рецептуру дешевле, на основе натуральных компонентов, стимулирующих рост ресниц без эффекта отмены с пролонгирующим действием. Начались тесты средства. Процесс-то не быстрый. Только тогда, когда получены результаты, в этом случае я могу поделиться с вами рецептом. Где-то через месяц тестов в большом объеме к новым видео начала получать от вас комплименты в адрес моих ресниц. Вы даже были не в курсе тестирования, но видели результат. Меня это очень вдохновило. Спасибо вам за наблюдательность, за внимание к маленьким деталям. И теперь пришло время поделиться с вами уходовым средством. Оно предназначено для роста и укрепления ресниц, их объема и плотности, а также гибкости, приобретенные за счет увлажнения. Состав не содержит гормональные компоненты и подходит для чувствительных глаз. Первым делом подготавливаем плошки и инструменты. Пипетки, ложечки, баночки обрабатываем спиртом, чтобы дезинфицировать. Масляная основа будет состоять из 67% нерафинированного масла вайды. Напоминаю, что только в нерафинированных маслах наиболее высокое процентное содержание активных веществ, кислот и витаминов, в отличие от косметических рафинированных, которые были очищены химически поверхностно активными веществами, и часть этих павов после очистки могут оставаться в самом масле. Масло вайды красильное еще называют маслом усьмы. При покупке обращайте внимание на состав этого масла. Наиболее активными свойствами обладает масло из листьев, а не из семян, поэтому обязательно смотрите, из чего получено масло. Это масло содержит витамины группы В, стимулирующие рост и пигментацию ресниц, бровей и волос в том числе. Фолиевая кислота, витамин В9, помогает клетке меланоцита, где вырабатывается пигмент волос и ресниц, поддерживать связь с корнем волос, чтобы насыщение волоса пигментом было полноценным. Масло усьмы стимулирует кровообращение в клетке, за счет чего также уплотняется структура ресниц, они будут выглядеть гуще. Содержание ненасыщенной стеариновой кислоты в составе, которую в нашем организме вырабатывает сальная железа, помогает восстановить защитные функции после использования туши для ресниц. К тому же, это основная жирная кислота, помогающая коже век поддерживать ее увлажненность. Следующий компонент усиливает и дополняет витаминную группу В в составе масла усьмы, которого нам потребуется 2%, депантеноловой кислоты, провитамин В5, ускоряющий процессы восстановления в фолликулах волос за счет глубокого проникновения в стержень волоса. За счет такого питания ресницы будут гибкими и меньше ломаться. Следом добавляем 10% касторового масла, которое также содержит стеариновую кислоту, за счет чего отлично впитывается, без жирного неприятного ощущения. Происходит насыщение луковицы богатыми ненасыщенными жирными кислотами. Еще одна легко впитывающаяся, без жирного следа масла, нерафинированная, брокколи. Берем его 3%. Оно обладает комплексом ненасыщенных, мононенасыщенных, полиненасыщенных жирных кислот. А если ваши реснички торчат в разные стороны, то это масло поможет придать им направление. А за счет увлажнения реснички будут мягкими на ощупь. Переходим к витаминам. Дополнительно введем комплекс жирорастворимых витаминов А и Е для улучшения кровообращения, чтобы в корни ресничек поступало питание и они укреплялись по всей структуре. На очереди активные компоненты. Берем 8% флавоноида цитрусовых. Его основная задача – замедление процесса старения фолликул, снижая выпадение волос. При этом одновременно стимулируется деление клеток и улучшается микроциркуляция крови, позволяя получать корню ресниц больше питания. Есть небольшой нюанс. Так как основа нашего средства масляная, мы можем использовать только жирорастворимые витамины, активы и экстракты. Следующий и заключительный компонент, которого нам потребуется 5%, это кофеин в жирорастворимой форме.
Он улучшает кровообращение, тем самым ускоряя клеточный метаболизм и в результате усиливается рост ресниц. Кстати, вы можете заменить кофеин на масло ореха кола. Это масло содержит высокое процентное содержание кофеина в составе. Благодаря кофеину улучшается лимфоток, поэтому отечность век с утра снижается. И мы получаем двойной эффект – стимуляцию роста здоровых ресниц плюс уход за областью век. Получившийся бальзам мы помещаем в удобный для использования флакон. У меня он с капельницей для удобного дозирования и гигиеничного использования, с плотно притертой крышкой, чтобы минимальное количество воздуха попадало внутрь, так как именно кислород окисляет масла, и срок годности средства уменьшается. В таком флаконе можем хранить бальзам до полугода. Как в дверце холодильника, так и в темном прохладном месте, особенно если у вас такой же прозрачный флакон, как и у меня. Применяем средство ежедневно за 3-4 часа до сна в течение 3 месяцев. Далее делаем перерыв 4-6 месяцев. На предварительно вымытые руки наносим на безымянный пальчик каплю бальзама. Между кончиками пальцев растираем, тем самым разогревая и подготавливая к активному проникновению масел и полезных веществ. Проводим сначала по кончикам ресниц, затем по линии роста ресниц, слегка массируя. Остатки средства на пальчиках мы распределяем на брови, им тоже уход не помешает. Через 15 минут промакиваем остатки бальзама салфеткой. За этот период нужное количество средства впиталось, а то, что осталось, пользы не несет, поэтому нужно удалить излишки. Хочу напомнить, что регулярность применения намного важнее, чем количество средства, нанесенное на ресницы за один раз. Использование бальзама даст уже через месяц видимый результат за счет стимуляции роста ресниц и укрепления волосяных фолликул. Составила для вас активную рецептуру. Но не пугайтесь состава. Для начала вы можете использовать любое из перечисленных масел в составе. Либо в комбинации, например, усьмы и брокколи, либо усьмы и касторового масла. Как всегда, готовы прийти на помощь, если какой-то компонент вам сложно найти. А если ленитесь, но хотите полноценно ухаживать за ресничками, могу сделать подобную смесь лично для вас. Буду рада быть вам полезной.